Глава 3. Характеристика первичных потребностей. На другой день я сказал воспитанникам: в спальне должно быть чисто, у вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается, не приму. Ого, сказал Волохов, а может быть, можно полегче? Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите, малины не будет. Задоров протянул мне руку. По рукам, правильно. Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно. Не в допр же идти. «А что, и в школу ходить обязательно?» – спросил Волохов. «Обязательно. А если я не хочу учиться? На что мне?» «В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться, умнеть». Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота. «От ускочив, так ускочив». В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая. Но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении с стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал: «Не выводи меня из себя, убери». «А то что, морду набьете? Права не имеете». Я взял его за воротник, приблизил к себе, зашипел в лицо совершенно искренне. «Послушай, последний раз предупреждаю, не морду набью, а изувечу. А потом ты на меня жалуйся. Сяду в допр, это не твое дело». Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами: «Из-за такого пустяка в допр нечего садиться, уберу, черт с вами». Я на него загремел: «Как ты разговариваешь?» «Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к...» «Что, выругайся?» Он вдруг засмеялся и махнул рукой. «Вот человек, смотри ты, уберу, уберу, не кричите!» Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала: «Так вы уже нашли метод? Как в бурсе, да?» «Отстаньте, Лидочка!» «Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?» «Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немножко». «Ну хорошо, подожду». Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально приветливо. Только дней через 5 она меня спросила, улыбнувшись серьезно: «Ну как вы себя чувствуете?» «Все равно прекрасно себя чувствую. А вы знаете, что в этой истории самое печальное?» «Самое печальное?» «Да, самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться. И первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю, что это? Привычка к рабству?» Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне: «Нет, тут не в рабстве дело, тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько, ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун, и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова как неисправимого в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей. Я этого не делаю. Я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее.
Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди, они важное обстоятельство. Может быть, задумалась Екатерина Григорьевна, но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921 года, я привез на мебельной линейке 50 настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до 30 ребят. В большинстве они были очень запущены, дикие и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты, того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению. У них пока что не было. Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чита из Ивана Ивановича и Натальи Макаровны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собой значительное имущество – диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались вазы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых. Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом. Я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка, очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество, хотя и уступало Осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи. Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом расположилась в своей комнате. Приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой, назначенным для такого дела. И как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах. Они доставали ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономки в колонии было, собственно говоря, нечего. Я удивлялся, для чего ее назначили. В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны. Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утермарковскими печами. В этой комнате стояло 30 дачек и 3 больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, 2 классные комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем. Постельного белья было у нас 1,5 смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и другим учреждениям. Завгубнаробразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу. Его преемник колонией мало интересовался. Были у него дела поважнее. Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные. Когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями. Эти столики изображали разнообразные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенах против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина человек оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде.
Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция и в эту ли секцию должен обратиться посетитель, или нужно обращаться в другую. И если в другую, то почему и в какую именно. А если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за этим вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал. Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, никаким положительным результатам, поэтому зимой 21 года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу. Очень редко под клифтами оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы. Колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполнявший роль мельника в «Русалке». На ногах очень немногих колонистов были ботинки. Большинство же обертывало ноги портянками и завязывало веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы. Пища наша называлась кондером. Другая пища бывала случайно. В то время существовало множество всяких норм питания. Были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и сильных – нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов. И нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров, белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондера и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты. Но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально. Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например, в губпродком или опродкомарм, первый запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать в тайне. Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение. Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников 100 пудов муки. В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными, но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательского ведомства. Своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народа, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к начальству и молча подсунуть под его руку нашу бумажку. Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что малолетние преступники имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна, поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило: «Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз».
Чаще бывало так. Начальство задумывалось и произносило. «Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?» «Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это дети». «А кто же вас снабжает?» «До сих пор, видите ли, не выяснено». «Как это не выяснено? Странно». Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю. «В таком случае дайте пока хоть 20 пудов». 20 я не дам, получите пока 5 пудов, а я потом выясню». 5 пудов было мало, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось. Единственно приемлемым для колонии имени Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку, чертило в углу «выдать». В этом случае я, сломя голову, летел в колонию. «Калина Иванович, ордер, 100 пудов! Скорее, ищи дядьков и вези, а то разберутся там!» Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой. 100 пудов? Скажешь ты! А от кедова ж такое! Разве не видишь? Губпродком. Кто их разберет? Та нам все равно, хоть черт, хоть бис, а бы яйца низ, хе-хе-хе!» Первичная потребность у человека – пища, поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов. Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение ятерей, сеть, имеющая форму 4-гранной пирамиды, которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения, присущее человеку экономическая сообразительность, удерживали наших ребят от похищения самих ятерей. Но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило. Это был Таранец. Ему было 16 лет. Он был из старой воровской семьи. Был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева, и дело кончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря. И нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые им были подарены одним знакомым в городе. При помощи этих собственных ядерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц. Но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня. Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы. «Это вам рыба. Вижу, только я не возьму». «Почему?» «Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам». «С какой стати?» – покраснел Таранец от обиды. «С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на речке, а давать всем? Ну и забирай свою рыбу, я ничего не доставал и не мог». «Так это мы вам в подарок». «Нет, я не согласен, мне все это не нравится и неправильно». «В чем же тут неправильность?» «А в том, ятерей? Ятерей ведь ты купил, ятеря подарены?» «Подарены». «Кому, тебе или всей колонии?» «Почему всей колонии? Мне?» «А я так думаю, что и мне, и всем». «А сковородки чьи? Твои? Общие». «А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки? Чье масло? Общее». «А дрова? А печь? А ведра?» «Ну что ты скажешь? А я вот отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное, не по-товарищески, мало ли что, твои ятеря. А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут». «Ну хорошо», — сказал Таранец, — «хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите». Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню. Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал малыша,
киргиза и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались 2-3 колонисты, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе. В больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, подержать малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре засыпался. Результаты этих походов имели легальный вид. Тетка дала, встретился со знакомым. Я старался не оскорблять колониста грязными подозрениями и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок. В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалований тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями. Глава 4. Операция внутреннего характера. В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег, приблизительно мое 6-месячное жалование. В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса. Ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома. Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. Ребята хмуро выслушали и разошлись. После собрания, когда я проходил свой флигель на темном дворе, ко мне подошли двое – Таранец и Гуд. «Гуд – маленький, юркий юноша. Мы знаем, кто взял деньги», – прошептал Таранец. «Только сказать при всех нельзя. Мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет и деньги унесет». «Кто взял?» «Да тут один». Гуд посмотрел на Таранца из-под лоби, видимо, не вполне одобряя его политику. Он пробурчал. «Бубну ему нужно выбить. Чего мы здесь разговариваем?» «А кто выбьет?» — обернулся к нему Таранец. «Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу!» «Вы мне скажите, кто взял деньги? Я с ним поговорю». «Нет, так нельзя». Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами. «Ну, как хотите». Ушел спать. Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки. Гуд от радости танцевал по колонии, и ребята все просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об этих действиях после нашего разговора. Через 2 дня кто-то сбил замки в погребе и утащил несколько фунтов сала. Все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой, пропали конфеты, заготовленные к празднику февральской революции, и несколько банок колесной мази, которые мы дорожили как валютой. Калина Иванович даже похудел за эти дни. Он устремлял побледневшее лицо каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал: «Вы ж только посудите, все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты». Таранец знал больше всех, но держался уклончиво. В его расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они. В спальне я гневно кричал: «Вы кто такие? Вы люди или мы урки?» Послышалось с какой-то дальней дачки. «Уркоганы! Врете! Какие вы уркоганы! Вы самые настоящие сявки! У себя крадете! Вот теперь сидите без сала! Ну и черт с вами! На праздник без конфет! Больше нам никто не даст! Пропадайте так!»
Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял, и вы не знаете, и мы не знаем. Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись. На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец, сало привезли в колонию и выдворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено. Я даже обрадовался этому обстоятельству, ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но воодушевления никакого не было. А когда прошло первое впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес. Кто это так ловко орудует? Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору просить на первое время. Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаружилось, что в том или ином месте чего-то не хватает. Топора, пилы, посуды, простыни, чересидельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше 2-3 ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше с ним об этом с ним не говорил. Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда, и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я принужден был держать в секрете. Задоров раскатисто смеялся и шутил. «А вы думали, как, Антон Семенович? Трудовая колония? Трудись и трудись, и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет. А что вы сделаете тому, кого поймаете? Посажу в тюрьму». «Ну, это ничего, я думал, бить будете». Как-то ночью он вышел во двор одетый. «Похожу с вами. Смотри, как бы воры на тебя не взъелись». «Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите. Все равно сегодня не пойдут красть». «Так что же тут такого?» «А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься». «Кого? Воров?» «Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь. А ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать». «Так ведь вас же обкрадывают». «Ну чего ж там меня? Ничего тут моего нет». «Да ведь вы же здесь живете». «Какая там жизнь, Антон Семенович? Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонии, напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите 2 хороших сторожей и дайте им винтовки». «Нет, сторожей не найму, винтовок не дам». «А почему?» «Сторожам нужно платить, мы и так бедны. А самое главное, вы должны быть хозяевами». Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия. Антон Братченко, лучший представитель 2-й партии колонистов, доказывал, когда сторож стоит, никто красть не пойдет. А если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, больше не полезет. Ему возразил Костя Витковский. Красивый мальчик, специальностью которого на воле было производить обыски по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя, это было установлено в его деле, никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операции. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических. Костя доказывал: «Антон Семенович прав, нельзя сторожей. Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун?» Неожиданно обратился он к Буруну. «А что ж, сторожить так сторожить», — сказал Бурун. «В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии. Я добился ее перевода в какую-то больницу». В один из воскресных дней к ее крыльцу
подали малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же 2 км/ч выехала навстречу новой жизни. Малыш возвратился поздно. Но возвратилась с ним и старушка, и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату. Она была начисто ограблена. Приятели ее и помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на санки, а сносили и в другие места. Грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова, Таранца, и мы произвели генеральный обыск по всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами найдены были все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата. Мы нашли около 2 дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги, еще много всякой мелочи. Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными ее бывшими приятелями и сочувствующими. Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами, вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих, и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня оказался солиднее всех. Он был всегда серьезен, сдержанно приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий. Он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии – дело его рук. Наконец-то дорвался до настоящего зла. Я привел Буруна на суд народный. Первый суд в истории нашей колонии. В спальне на кроватях и на столах расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Маккинлия, президента Соединенных Штатов Америки. В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление – ограбить старуху, которой только счастье, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи. Это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь. Это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек последнюю тряпку. Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихлястый Праченко протянул обе руки к Буруну. «А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить. Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича». Бурун вдруг запротестовал. «Деньги у Антона Семеновича? А ну докажи, и докажу, докажи». «А что, не взял? Не ты? А что, я? Конечно, ты». «Я взял деньги у Антона Семеновича. А кто это докажет?» — раздался сзади голос Таранца. «Я докажу». Бурун опешил, повернувшись в сторону Таранца. Что-то хотел сказать, потом махнул рукой. «Ну что же, пускай и я». «Так я же отдал». Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед. «Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько, это действительно следует». Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца. «Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?» Витковский сорвался с места.
«Как какое дело, хлопцы? Наше это дело или не наше?» «Наше!» – закричали хлопцы. «Мы тебе самому морду набьем, получше Антона!» Кто-то уже бросился к Буруну. Браченко размахивал руками у самой физиономии Буруна и вопил: «Пороть тебе нужно, пороть!» Задоров шепнул мне на ухо: «Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут». Я оттащил Браченко от Буруна. Задоров отшвырнул 2-3. На силу прекратили шум. «Пусть, — говорит Бурун. — Пускай скажет! — крикнул Браченко. Бурун опустил голову. «Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем. Пусть накажет, как знает». Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну. Через темный двор снежных окопов мы прошли молча. Я впереди, он за мной. У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой, совершеннолетние, была расстреляна. Ему было 17 лет. Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу. Наконец Бурун поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал, медленно подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдание: «Я больше никогда красть не буду». «Врешь! Ты это уже обещал комиссии». «То комиссии, а то вам. Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии». «А что для тебя в колонии, интересно?» «Мне здесь нравится, здесь занимаются. Я хочу учиться. Я крал потому, что всегда жрать хочется». «Ну хорошо, отсидишь 3 дня под замком на хлебе и воде. Таранца не трогать». «Хорошо». 3 суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать его я не стал. Дал честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, а на второй день стало жалко. Принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказаться, но я заорал на него: «Какого черта, ломаться еще будешь?» Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку. Бурун сдержал слово. Он никогда потом ничего не украл. Ни в колонии, ни в другом месте.